Всем привет! С вами я, Марина Панкова, и вы находитесь на моем канале. Сегодня будет необычный формат видео, он будет построен в виде влога. И, как вы уже поняли из названия, тематика влога – переезд в Геленджик. Для тех, кто меня не знает, мы проживаем в Москве, но всегда хотели попасть в Геленджик именно вне сезон. В сезон мы отдыхали, очень много народу, но хочется теперь посмотреть, как там, когда немного их. Немного о наших планах. Мы уезжаем 5 января, будем ехать с двумя остановками, одна в Воронеже, другая в Ростове-на-Дону. Так как мы едем не одни, с нами еще собака. Кстати, никогда не ездили с ней на дальние расстояния. Надеемся, что все пройдет хорошо и максимально комфортно. Ну что, мне пора собирать вещи, а вы наслаждайтесь просмотром этого видео. Ну что, всем снова привет. Сегодня у нас 4 января, и мы собираем вещи. Честно, вообще еще не начинали. Вот я сейчас начала собирать одежду. Немножко. Вот здесь Лунушка уже наготове, на медленном старте. Вот, в общем, сегодня вообще промелькнула такая идея, что, может быть, сегодня уехать. Но не знаю, мне кажется, мы не успеем все вещи собрать. Ну, посмотрим. Мало ли что. Сборы продолжаются. И теперь одно из самых главных, что мы берем в Геленджик, это листья алоэ. Я каждое утро протираю лицо листьями алоэ, и я просто не могу без него. Поэтому сейчас просто обрежу жирненькие листочки, вот типа таких, таких, и возьму их с собой. А там уже, как приеду, сделаю лед из алоэ и буду делать каждое утро. Круто. Надеюсь, что на сколько, 3,5 месяца мне хватит. Так, ну что, большую часть мы собрали именно из вещей. Сейчас останется с елкой разобрать елку. Никогда мы ее так рано не разбирали. Сегодня, повторюсь, 4 число. Ну, надо, будем разбирать. Уедем в Геленджик. Настоящий я мужик. Без собаку в Геленджик. Так, упаковываем. Вроде. У нас тут гололед. Все замерзло. Собираю вещи. Да, там еще. Ну, пока вот место есть. Очень надеемся, что все влезет. Кстати, прикольные вакуумные пакеты купили. Вон вся наша одежда, вся наша жизнь в 4-5 пакетах. Ну все, погнали. Сейчас к нам придет брат, поможет вещи собрать, взять. Все дружно ждем Сашу. Все, он пришел, все, пойдем. Ну, пошли. Чего прибежала? Страшно. Давай скажи нам пару слов. Что, хорошей дороги, хорошего отдыха. Мы работать едем. Почему все желают хорошего отдыха нам? Хорошего отдыха, пока вы там работаете. Ну да. Спасибо, спасибо. Ну что, мы уже выехали. И, как я уже сказала ранее, что мы будем ехать в 3 захода, потому что мы едем с собакой. И первая наша точка – это Воронеж. Ехать, как показывает навигатор, 6 часов и 510 километров. Увидимся в Воронеже.
тоже. По идее, должны нам ехать 4 километра до отеля. Здесь переночуем, а завтра уже поедем в Ростов-на-Дону. Мы уже приехали в Воронеж, заселились в отель. Все, здесь мы ночуем и завтра уже стартуем в Ростов-на-Дону. Всем доброе утро. Сегодня 6 января, время начала 10. В Воронеже сейчас минус 8. Ну а мы сейчас завтракаем, уже почти позавтракали. И отправляемся в путь. Следующая у нас остановка, это Ростов-на-Дону. И там обещают плюс 7 градусов. Собираем вещи, смотрим уральских пельменей и скоро отправляемся в путь. Мне кажется, Лунки тут нравится. Да, Лун? Нравится тебе здесь? Нравится. Мы уже сдали номер, выехали, решили заехать на мойку самообслуживания, помыться немножечко. Вы приехали? Мы приехали на мойку. Вот, сейчас быстро помоемся и помчим до Ростова-на-Дону. Остановились на заправке, чтобы Лунг сходила в туалет. И тут такая красота. Прям посмотрите. Очень красиво. Андрей идет с едой. Ура! Давайте-ка. Две. Ладно, я за тебе. Ну, в смысле, мне сейчас, давай. Оп. Сейчас перекусим. Ой, такая машина грязная вообще, кошмар. Ладно, подождем. Лунка, ты завидуй молча, пожалуйста. Так, ехать нам до Ростова-на-Дону 340 километров. Говорят, что план 5 приедем. Оп, я забыла, что мы заправлялись. И все ближе к Ростову-на-Дону. И здесь вообще нет снега. Посмотрите, зеленые поля, леса. Так классно. И температура, кстати говоря, уже 0. 0. А должно быть, по идее, плюс 5, что ли, или плюс 6? Плюс 6, да. Плюс 6. А тем временем нам до Ростова 224 километра осталось. Ну что, мы уже приехали в Ростов-на-Дону, заселились в отель. Номер небольшой, но, кстати говоря, очень даже уютный. Теперь мы ждем еду. Лунушка наша очень устала. Она уже поела, единственная, кстати говоря. Мы еще пока в процессе, то есть в процессе ожидания. Вот. Ну и все, наверное, я сегодня ничего не буду рассказывать, показывать. Здесь как бы нечего показывать. Обзор отеля я сделаю в отдельном видео. Потом оно выйдет чуть позже. Ну а сейчас мы отдыхаем и готовимся к завтрашней поездке. Это будет окончательное уже до Геленджика. Все, всем спокойной ночи. Ну что, покажу наш номер. Начинается вот дверь. Здесь Лунушка, я уж не стану дверь открывать. Вот такое что-то. Типа шкафчика. Зеркало. Заходим. Здесь, значит, у нас душевая. Это наше полотенце, если что, для Лунки. Так, закрываем. Ну и сам номер.
Номер небольшой, но очень уютный. А по цене стоит 2400 или 2... Ой, что-то я уж не помню. В общем, у нас 2900 с собакой было. По-моему, да, 2400 просто так и 500 рублей за собаку. Вот. Так, и еще покажу вам вкусняшки тут платные. Можно приобрести. И холодильник. В холодильнике тоже есть водичка, алкоголь. Цены, в принципе, ну, наверное, приемлемые, не знаю. Принесли еду. Ого! Слышь, собака, если будешь гавкать, отсюда выгонит, и буду спать на улице с тобой. А там сегодня холодно. Всего лишь плюс 5. Ага, будет минус 8 ночь. А я бы хотел бы здесь поспать, а не на улице. У меня шерсти такой нету же. Ну все, все, ладно, все. Так, нам принесли еду. О, здесь что-то прям... Нет, блядь. А, здесь чебуреки. Сейчас посмотрим. Так, ладно, а там? Ну, там не чебуреки. А там суп и что-то еще. Ох, все, ладно, мы будем есть, все. Будем есть? Будем есть. Будем есть. Будем есть. Я не ест, а там на только есть. Будем есть. Вышли на вечернюю прогулку с Лункой погулять. Рядом с отелем у нас... Есть парк, ну он такой небольшой, но чтобы погулять с собакой нормально. Вот сейчас покажу. Оп. Ну, вот примерно вот так. Сейчас температура плюс 5 и по времени 6 часов вечера. Вы просто... Все. Нет, не все, вы просто посмотрите на эти... Телячьи не... Ну, уже нет, не очень. Все. Ага. Все просто вырыли. Только встала. Просто вырыли. И кто-то уже мое место вот. Занял. Вырыли. Это вообще как? Вот так. Вот это да, Лунка. Вот это ты даешь. Доброе утро. Сегодня 7 января. Время около 9. 8:53. Короче говоря, что я хочу сказать, этот отель ужасный, ужасный, в том, что он очень тонкие стены, мы всю ночь не спали, нас час ночи разбудил соседний номер, и все, где-то часов до 4 мы вообще не могли, батареи что-то шумят, он шумит, сначала где-то они там кричали, потом он начал храпеть, потом мы даже, чтобы вы понимали, насколько они тонкие, мы слышали через номер, как разговаривает девушка, короче, просто ужас какой-то, в итоге мы сейчас... Проснулись кое-как вообще, что-то там выспались немножко, вот сейчас Лунка у нас ест, и мы собираем вещи и уезжаем отсюда. Вот, все, в общем, надеюсь, что в Геленджике, Геленджик нас встретит с теплом, кстати говоря, погоде, сейчас минус 10 и выпал снег, вчера было плюс 5. Включим к теплу, погнали. Мы проезжаем горы, вдалеке виднеются, как же тут красиво. Нет снега. Так, тем временем до Геленджика нам осталось 122 километра. Мы приехали, уже заселились в наш дом. Потом я покажу в отдельном видео, рум-тур проведу. А так, в принципе, очень довольна. Собака у нас довольна. Уже все здесь освоилось. Уже прям как родной дом. Так, ну что, влог подходит к концу. Я очень рада, если вы досмотрели. Очень надеюсь, что это так.
Всем пока, до встречи в новом видео. Видео будет очень много, мы будем гулять здесь, все показывать. Ну а следующий у нас будет обзор отеля в Воронеже и, собственно, наш рум-тур. Все, всем пока, не забывайте подписываться и ставить лайки.